ни до, ни после, допустим, достижения 2 миллиарда долларов за 39 месяцев. Да, сумма этого оборота за 39 месяцев с нуля миллиард долларов. Это круче, чем любая фалафельная рождение. Угу. Даже в Кишиневе. Даже в фалафель никто не сравнится. Так. Я понимаю, теперь я звезда Ютуба. Каждые 25. Ровная фотосъемка. Каждые 25 дней в Монави рождается новый долларовый миллионер. Круто. Хотите стать миллионером? Миллиардерами. Приезжайте в Израиль. Окей. Инк 500, первое место категории еда и напитки в Америке и так далее. Очень симпатичные результаты. Вот это интересно. 23 страны, то, что мы говорили сегодня, да? Реально, да? 23 страны, которые сегодня открыты официально в Монави. Это очень серьезные, очень такие продвинутые страны. Вы меня слушаете или вы будете нас фотографировать? Да, нормально. Снимаю. Он все слушает. Да? Конечно. Конечно. Вместе? Мы все вместе. Понял. Я там, я здесь, я всегда. В 2014 году, в марте месяце, открывается официально Россия, сегодня уже можно работать в России, да, по определенной схеме. Во всех остальных странах есть продукт, можно работать официально, можно делать международный бизнес, очень симпатичный. Руководство компании, сохозяин.